Сегодня в городе Саратове очень значимое событие. Мы отмечаем 80-летие городского парка. И в связи с этим городской парк предлагает всем своим гостям очень обширную программу. На входе в парк нас встречают арт-объекты, стена из бабочек «Я люблю парк». У кафе «Австралия» Тантамореско в честь 80-летия парка с праздничным тортом, конфетти, свечками. То есть все как положено в день рождения. На входе с улицы Чернышевского установлен арт-объект «Велосипед» декоративный с чудесным аниматором, который с радостью катает на нем всех желающих. Ну, наши маленькие гости очень рады. Также у входов со второй Садовой из Чернышевского в течение всего дня с 11 до 19 музыканты нашего города играют для гостей парка живую музыку. И у нас приглашены два скрипача, баянист и пианист. На входе с Чернышевского стоит чудесный, тоже практически арт-объект, пианино «Саратов», украшенное в стиле парка цветущими и вьющимися растениями. И с 13 до 15, и с 17 до 19 любой желающий может насладиться прекрасными мелодиями. На 16 площадках внутри парка развернулось действие. На основной площадке проводятся веселые конкурсы, идет праздничная концертная программа, разыгрывается 50 тортов и 3 больших телевизора. Розыгрыши пройдут в 14:30, в 17:30 и в 20:30. На площадке «Ракушка» программа для гостей до 15 лет. Там уже прошел спектакль театра кукол «Теремок». И в течение всего дня работает студия «Винни-Пух» и проходят химические шоу. У «Белки» шоу «Мыльных пузырей». В центре парка деревня Хаски с вигвамом, со шкурами, с нартами на колесиках. Каждый может сфотографироваться с этими очаровательными собаками. В кафе «Австралия» проходит праздник еды. Много всяких удивительных вещей придумал наш шеф-повар. И все это каждый может отведать. И очень важный для меня момент сегодня – это высадка деревьев-крупномеров. Она началась в 15 часов. Мы высаживаем сегодня 23 дерева. Основная масса этих деревьев – дубы, дубы черешчатые и дубы красные. Подсаживаем 4 березы в березовые рощи и высаживаем по берегу пруда 3 ивы, тристис. Дубы стареют, как и все, поэтому мы следим за парком, обновляем его. И я с гордостью и радостью приглашала всех принять участие в посадке. Многие горожане откликнулись. И вот сейчас один из дубов мы высаживаем.